Здравствуйте! Сегодня Игровед расскажет вам о настольной игре «Тропические моря». Эта игра предлагает вам посоревноваться в собирательстве на прекрасном морском берегу. Эй, это моя ракушка! Внутри квадратной коробки кучка квадратных карточек и 10 деревянных жетонов. Карточки следует хорошенько перемешать и разложить их лицом вниз на столе, а деревянные жетоны между ними числами вверх. Начинает игру самый младший, а затем все ходят по очереди. В свой ход игрок открывает две любые карточки на столе максимально быстро, используя при этом только одну руку. Если открыты карточки с разной темой, они переворачиваются обратно, а ход передается дальше. Если на открытых карточках тема совпала, все игроки в уме складывают число картинок на них и как можно быстрее хватают жетон с полученной суммой. Если игрок схватил неправильный жетон, его нужно как можно быстрее вернуть обратно, а первый, кто возьмет нужный жетон, забирает себе обе карточки, а затем игра продолжается дальше. На некоторых карточках нет картинок, так что их темы определяются по цвету фона. Такие карточки считаются равными нулю. Игра подойдет к концу, когда в центре стола не останется карточек. А победит, разумеется, тот, кто собрал больше всех. Тропические моря – это такое математическое мемори, в котором нужно не только запоминать картинки, но и суметь быстрее остальных сосчитать сумму изображений на двух карточках.